И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер в далекой-далекой галактике. Мы продолжаем с вами прохождение Star Wars Bounty Hunter, ремейковскую версию. Играем на клавомыши, мне удобнее. Ну и, конечно же, не забываем поддержать лайком, комментарием, нормальным, а не слово просто комментарий. Ребят, ну, я уверен, что у всех найдется желание посмотреть и вот заметить какой-нибудь интересный момент. Я не знаю людей, которым бы не нравились «Звездные войны». Хотя, может быть, у меня на канале таких миллион. Но мы их тоже проходим, ребят, поэтому буду рад, если что-то заприметите. Тем более, насколько я знаю, про эту игру мало кто, наверное, слышал. Учитывая, что ее первая версия вышла еще в 2002 году. Так что, смотрите, игре уже сколько лет? Игре уже 22 годика. Надо хоть немножко что-нибудь оценить. Ну ладно, это такое нейтральное суждение. Ну ладно, отправляемся. И, опять же, озвучечка от меня. Что ж, кстати, а вот здесь мы на боевой арене только одну цель я не поймал. То есть я кого-то не смог поймать. Значит, будем потом это отдельно перепроходить, как вариант. Ладно, погнали. Погнали озвучивать. А, точно. Живым или мертвым? Мика, торговые ряды. Боевая арена окружает лабиринт из улиц и переулков. Торговцы продают здесь различные товары. Наемники ищут работу. А все остальное просто пытаются выжить в этом недружелюбном мире. Надо жахнуть кофеечку. Так. Хороший кофе. Крепкий. То, что надо. Погнали! Мико? Где Мико? Ты ведь охотник за головами, верно? И я отведу тебя к нему, если заплатишь. Веди, тогда, может быть, я тебя не пристрелю. Ну ладно, ладно, не горячись, отведу. Только они убьют меня, если увидят, что я с тобой. Может, пойдешь от меня на небольшом расстоянии? Ай! Ладно, отойду подальше. Ох! Тройная плата тому, кто убьет этого охотника за головами! Так, ясно все. Кто Ату? Так, ладно. Так, давай. Так, за тебе наградки и этого. Кстати. О. На тебя награды нет. У этих тоже все хорошо. О, бакту дали. Красота. О, да, я только бактой заправился. Так, ладно. А что делают гарпуны? Так, ладно. А ну иди сюда!
А сюда могу спуститься? Да, могу. О, бак-то. Там. Ту-ду-ду-ту-ту. А я могу потом забраться? Наверное, могу. Чего бы нет-то? Ну да, тут есть космополет. Я могу на него, наверное, прыгнуть. Молодец, Джанго. Джанго прям реально респект. Никаких свидетелей. Бак-то не сломаешь. Обидно. О! Теперь вы дружелюбные, да? Ты тоже дружелюбный? Ну ладно, иди сюда. Вот твой дружок был прав. Вот видишь, этот дружелюбный, этот никого не тронет. Молодец, так дело жать. Я не буду тебя трогать, раз ты меня не трогаешь. Так, давай, открывай-ка здесь люк. И пойдем посмотрим, что у нас там. О. Так. Здесь закрыто, не пролезть. Значит, сюда идем. Так, а я здесь проходил уже, да? Что ж, пора спускаться. А, вы просто секретарша. Да ладно, пожалуйста, живите. Она тоже, видимо, слышала выстрелы. Бывает. Видишь, чего удумал. Спокойно, секретарша. Да, беги-беги-беги. Беги-беги. Пока жива. Здесь закрыто. Значит, туда. Нет. Стоп, а куда тогда? Ну тут реально, кстати, лабиринт, если так посмотреть. Может, какой-то альтернативный проход есть? Ну тут тройная бак-то. А, во! Так, за него награды нет. За тебя награды нет. Не собирайся тебя убивать. Вот, пусть бегают. А, вы отсюда где-то выходите, да? Может, какой-то проход есть, о котором я не знаю. А! Дверь! Ну, конечно. Так. Награды нет. Ладно. Так. А, просто зажал один раз, и автонаводка уже идет всегда. Слушай, мне нравится. Я думал, надо задерживать. О,
А, нет. Так, все, вижу. Ни на кого нет награды. Я тут кого А, кстати, точно. Охота за головами. Не обязательно выследить второстепенную цель. Тут есть 10 целей. То есть тут как бы надо выслеживать с одной стороны. Так, там одна зараза меня стреляет. Так. Вот сиди себе в мусорке. Но за бакту спасибо. О, цель разыскивается. Живой или мертвый? Аис. 1500 дают. Раса Гран, мужчина, убийца торговца оружием, последний известен Грома, сводка цель, наемный убийца, обладающий репутацией меткого стрелка. Республиканский скилл безопасности. Беру. Вы мой. Слишком легко. Но она того стоила, я считаю. Жалко, что, конечно, только... Так, вот лучше... Так, у тебя нету, на тебя нету. За мной еще кто-то сзади был. А, нет, никого нет. Приятно, что у Фета есть автонаведение. Мне прям это нравится. Полезная штука. Так, это спуск вниз. А тут есть еще спуск наверх. Ну-ка. Ну да, он не может обратный прыжок сделать. Что, в принципе, ожидаемо. Ожидаемо. Давай-давай. О, вот сюда может. Теперь давай вон туда. Ладно. Но попытка хорошая. Он может забраться туда. Давайте попробую все-таки заюзать. Может получится что-то из этого. Нет, не получится не допрыгивать. Ну ладно. Так. Там еще кто-то... О, там кто-то был. Там был еще один человек. Так. Там кто-то убегал. Там кто-то убегал, на кого-то была цель. Вон там, да. Я думаю, это нам дадут, когда я смогу уж потом забираться. Потому что, смотрите, там какой-то проход есть. Может, я тут буду по трубам потом лазать. Кстати, скорее всего, так оно и будет. О, нашелся. А, нет. Ну, ладно. Так. Тоже ничего. Тоже ничего. Тут же был один какой-то, ходил. Может, вон тот, кто засел доверху?
Нет, наград, тут ушел. Ладно. Так, а вот для чего нужна вот эта штука? А, это, скорее всего, тыкающий дротик. Вот они где. Так. Так, вперед. Даже если мы сразу не все здесь соберем, у нас хотя бы будет с вами. Так. Бату. Да, Бату. О! Цель. Разыскивается живой или мертвый. Мика Гинти. 5000 кредитов. Я иду с тобой, Мика. Слишком много за него дают. Кто из вас Мика Гинти? Так, нет, тот волосатый был. Он сбежал. Ладно, перестреляю всех. Так. Сейчас посмотрим, если среди них Мика. Он, скорее всего, убежал. Нет, он убежал сюда, это я помню. Он сюда убежал. Надо только понять, куда конкретно. Ну, мы нашли Мика. Он убежал. Хотя, может, где-то тут свернуть. А там закрыто. Нет, свернуть он нигде тут не мог. Значит, все правильно я зашел. На всякий случай проверю, нет ли каких-то. Так, а ну идите сюда. Ладно, идемте отсюда. А то они тут целая наводка пойдут у меня. Давай, Джанго. Надо найти этого Мико. 5000 за него дают все-таки. Хорошая цель. Ну уж нет. 500 не меньше. 500 за подержанный курьерский спидер? Еще чего? Он стоит больше 250. Он в отличном состоянии, работает как новенький. Это же CP3. На нем можно перевозить огромные грузы. 300 и не кредитом больше. 350. Ладно, да, ладно, 350. Эй, у меня угнали спидер! Верни мои деньги!
Приятель, ты его купил, теперь твои проблемы. Можешь догнать его вот с тем реактивным ранцем. Я тебе даже скидку сделаю. У меня не осталось денег. А ты что скажешь? Хочешь купить реактивный ранец? Почти как новый, не царапики, идеально подойдет к твоей броне. Даже цвет такой же. Беру. А че платить будешь? Твоей жизнью. Эй, да я его только нашел. Не стреляй. Вот, забирай. Хотя мне продать мой жиратец. Гениально. Мика, украденный спидер, скорее всего, прячется где-то в торговых рядах. А, стоп, так это и есть Мика. Ой, так это и моя цель была. Надо было сразу прострелить, было бы проще. Так. Отлично, вот как при... Так. Джедаев тут нету на отлов. А то я могу. Так. Я пока сверху похожу. Мне вот так проще. Ага, вижу. Так, ну это уже запас топлива, но не буду на него тратиться. А, это тот же самый пароход. Так. Так, отлично. Джанго. Так. Нет, за тебя наградки нету. Так. Ладно, вроде не стрелять мне. Так. Ну-ка. Разыскивается. Живой или мертвый? Бот от Бека. 2000 кредитов. Катулианец. Мужчина. Особые пособники. Чужеземец. Исписал корму наших транспортных судов повстанческими лозунгами. Так, отлично. Так, иди сюда, иди к папочке. Так, а тебя мы поймаем. Отлично. Извините, мы тут работкой занимаемся, знаете ли. Плюшками балуемся. Так. Так, там есть кто-нибудь еще из них? Кто может меня заинтересовать по финансовым вопросам? Нет. Да и живите себе тогда. Давай. Давай. А ну идите сюда, мальчики и девочки. Сейчас посмотрим, что вы себе стоите. Нет, нет. Я дарую вам честь испытать мой огнемет. Да, боль, да. А ты что хотел? Это же огнемет. Спаси, он на русском говорит. Не знал. Давай, залезай, Джанго.
Так. На тебе заграда нет. Даже тратить. Так, а на вас кто-нибудь есть наградка? Нет, нет, нет. О! Иди сюда. Киноспарк. О, кредиты парочка есть. Хорошо, иди сюда. Парочка мудаков нашлось. Так, приземление было не очень хорошим. Так. Да, согласен, мне самому больно. А, вот ты как. О, спасибо за бакту, сэр. Добрая душа. Так. А теперь до туда надо. Так, куда мне дальше? Бля, неудачное приземление. Нет голов... Так. Спокойно. Бак-то мало, мне бак-то нужна. Так, куда эта зараза делась? Ага. Так, неплохо. Да, неприятности у всех есть. Цель разыскать живой или мертвый. TC-9-0. Кредиты. Подозрительный дроид. Лингвист и прочий протокольный дроид. Последнее местоположение. В памяти этого дроида хранится секретная информация, касающаяся личных дел некого политического деятеля. Верните его или уничтожьте. Стражи Сената. Особое подразделение. C-3PO получается. Ну иди сюда. Негоже отпускать хорошего дроида. Чего ты боишься? А я не смею себя трогать. Ты нормальный. Вот будь ты ненормальным, я бы тебя тронул. Но ты же нормальный. Зачем мне тогда тебя трогать? Так. И куда этот делся? Хмырь ряженый. Боба, можешь адекватно приземляться? Да, Боба, Фет. Да. Джанго Фет. Путаю иногда их, бываю. О, спасибо. Нечистоты. Вы серьезно хотите, чтобы я туда нырнул?
И ты, конечно, понимаешь, что в эту не привыкать. О, там есть кто-нибудь? О, есть один. Маргас Ли. Ой. Марго, я за тобой иду. Марго Слим, 150 кредитов, неплохо. Пытался сбежать от меня. Ну и вышло. Но была хорошая попытка. Засчитано. Ну и пока. Так. Так, давай. Надо точь туда. Бля. А, нет, не туда. У меня очень мало здоровья, мне бак-то нужно. Бак туда ж? Да вроде не даст. Ладно, идемте вниз. Там был какой-то важный. Сам, ну я сам виноват тоже. Мне надо их всех сканировать, а я этого не делаю. Нет, там никого нету. Едем спокойно. Он у меня умер впервые. Конечно, продолжить. Кстати, а засчитывается... Да, я пятерых собрал, то есть считают. Так, давай, иди сюда. Обожаю этот запах напалма по утрам. Ну и пусть горят. Им так и надо. Не будут разбойниками. Так. Едем, 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 едем в далекий край. Так, никого ценного нету. Там чистенько. Они что, за мной прыгают? В общем, так кто-то сгорел. Пошла какая-то анимация, но я не понял, что за анимация была. Ну ладно. Мой косяк. Так, ну тут он забраться может, строго говоря. Так, ясно, нашлась парочка еще касаться. В общем, буду пока без вебки играть, чтобы уж ничего не потерять. Привет. Привет, привет. О, есть один. Вы моя цель, сэр. Отлично, с остальными можно кончать.
Давай, Фэт. О, Бакта, спасибо. Только одна? А, нет, две дали, спасибо. Реально большое спасибо. Нам дали две Бакты. Одна печь закрыта, зажаришься. На вторую, если пройдешь, то будет шикарно. У меня получается сквозь печь надо идти, только я не уверен. Ну, у него мандаловская броня, это да, это факт, но... Ну, ладно. Убейте этого охотника за головами, а я за своим кораблем. Ну, слушайте, неплохо прошли. Поймали 6 из 10. Да и, в принципе, за 36 минут уложились. Нормально, живым или мертвым, Мика. Торговые ряды. Время прохождения 0.30.12. Новый рекорд. Ну, в принципе, нет. Слушайте, в принципе, нормально проходим. Так вот по голове каждый раз, думаю, нормально. Просто я не ожидал так быстро. Может, конечно, повторить, поизучать что-то еще. Но пока оставим так, как есть, поскольку проходим чисто сначала для изучения. Ну, я надеюсь, что вам было весело, ребят. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Дискорд, ВК, ДНР, Телеграм. Ссылочки все найдете в описании. Будем на связи, потому что неизвестно, когда что с YouTube еще может случиться. А с вами был ваш Альберт Вескер, Umbrella Tech Incorporated. До скорой встречи, пока, удачи. Увидимся уже в скором времени за новым столиком.